собачнику. Мы едем забирать Алис домашнего питомца, ну для Алисы, для Жюстин. И мы сейчас поедем его забирать. Мы вам покажем, кто это будет. Поехали? Поехали. Давайте будем искать. Так, это для собак. Я думаю, вон туда, девочки. Это игрушки для собак и кошек, смотри. И для животных, видишь, всякие? Мячик есть. Для собачек, для кошек, для котенка, может, тоже что-то тебе. Они все пищат, конечно. Мама, смотри. Ого. Ну, свинья какая. Всякие. А вот новые. А это для кого собаки? Вот эти? Это для кошек вот такие? Чтобы такие? Да. Это, для... Ух это ты. Такой мышь. А нет, смотри. Это для собак, смотри. А, это для собак. Ой, смотри, тащит, как настоящего зверька, смотри, да. На картинке. Да, вот какая-то птица смешная. Ой, а это что делает? Она, кажется, смотри, прыгает. Вот для кошечки. Какие косточки, смотрите. Смотри, мама, это для кошки, дерево, да, это когти, кошки. Чтобы когти. О, смотри, как у тебя сушу шоу. Алис. Да. Собак, ты видишь? Ну ладно, пойдемте смотреть, что нам нужно. Давай, пошли. Для аквариумов каких-то, да. Ну вот аквариум у нас еще нет. Был, но это сейчас нет. Темно. Красота. Даже домик Боплюпон же, смотри-ка. Да, ты видишь? Ишь ты, ананас. И вон всякие. Ха-ха, здорово. Мама, смотри, как я. Давайте еду, может, сначала купим ему. И солому. Вот самое первое. А, вот такая или вот такая? А нет, это для хомячка. Мама. Что там? Мама, а, зайчики есть. Ух ты, а это кто? А, это вот этот вот дегу. Да. Это дегу или как он называется? Он очень смешной. Октагон. Ой, какой красивый. Ку-ку, дегу. Ой, дегу, они меня испугали. Слушай, ну этот друг... Ой, как быстро бегает, девочки, смотрите. Да. Ничего себе. Ой. А вот и зайчики. Ой, я Алис, тут зайчики, смотри. Ой, какой маленький. А, посмотри, какой маленький мышонок. Ой, какой хороший. Это еще и маленький бибир. Алис, смотрите, да. Сколько рыбок. И птички здесь. Пожалуй. Смотрите, сколько рыбок. А вон птички, Алис. Смотри, сколько вот рыбки. А вот это птички. Птички вон маленькие, красивые тоже. Зайчики, смотри. И с домиками. Хороший. А его как зовут? Его зовут... Ой, он кушает, он кушает. Ага. Его бегу зовут, а по-французски октагон? А как? Я не знаю. Колесики. Он какой колесик. Хорош. Вон, я вижу только вот, смотрите. Вот это, кажется, там подходит. А я буду есть. Да, кобы. Мама, не, ну кролика потом. Сначала, смотри. Мама. Держите. Держи, это для свинки. Мама, я видела кролики, которые еще. Мама, это пистолет. Дай Жюстин. Это пистолет. На, а соломку будешь нести, Алис, или это тоже тяжелое? Какой хорошенький, правда? Ты смотри, какая зайчика. О, прелесть. Красавец. Пониже опусти ручку, я вас фотографирую. Хорошенький. Пониже ручку опусти, пожалуйста. Меня кусает. Он аж нос высунулся, да. Надо было им покушать что-то взять, если бы я знала, что здесь есть такие... Смотри, какая прелесть. Алис, смотри, какой хороший. Ой, какой... Он меня укусил. Осторожно, да. Я не знаю, для амстер взять или вот такую для побольше. Наверное, для побольше все-таки. Кабай. Ну, я не знаю, какая кабай. Это для лапы, но для кабай тоже подойдет, наверное. Ну, бери вот такую же. Такую? Нет, это слишком большая. Это уже, по-моему, для больших зайцев. Вот этот бери. Угу. Хорошо. А
Вот. Да. Красненький. Такой... Не, лучше этот поменьше, давай красненький. Это слишком. Ну, она какой большая. Она небольшая, она бебе. Это вот такой. Бери вот этот, да, красный. Такой. Мешок. Да, не вроде знаю. Бы такая. Окей. Мини написано, но я даже что-то. А вот это для всех. И для свинок. Попкорн. Ну, бери, попкорн. Бери всех. А мы какую хотели взять? Вот такую. Вот это. Кобей написано. Это написано small. Маленькие все. Это как раз. Мама, там уже птички есть. Да. Птички я уже посмотрела. Ну, да. Лиля, все маленькие. Смотрите, вот такой какой черный. Я хочу такой. Да, они все хорошенькие, Лакуль. Все хорошенькие. Да, вот он как называется. А, тут не написано, как он называется. Он просто нарисован. Но по-русски это дегу, по-моему. Это кто у всех? Это вот, который все, сидит. Вот он. Вот, который здесь бегает. Видишь, он спит. А может, это шиншилла вообще? Нет, не шиншилла. Честно, я не знаю. Посмотри, какой паровозик. Да, о, какая прелесть. Можно ему купить? Да он слишком маленький, этот паровозик. Давай. Это, наверное, не для... Это для мышек. Это для мышек или для хомячков. Ну, классно. Нам нужен побольше. Вот такая для еды, да? Давай. Или вот такая есть. Нет, наверное, вот такая поменьше. Вот такую, наверное, берем. Держи вот это. Пока он один. А, вот домик для хомячка. Купи тоже туалет. А вот это что? Это ванна какая-то. А вот это туалет. Ну, большеватый туалет, да, для такой маленькой. Это, ну, это для хомячка туалет, ой, боже. Это хомячка туалет. А вон что это такое, вот это вот. Тоже туалет какой-то. Не знаю. Транжер написано угловой, он вешается вот так на клетку. Ну ладно, давайте такой туалет мы купим, пока вот маленький. Вот держи. Что... Пока первая у меня необходимость. Хорошо, пошли, потом. Я не знаю даже. Может тоже игрушка или туннель какой-то, даже не знаю. Не, не знаю, что это. Ладно, пойдемте, девочки. Покажи конфетки, Алис. Маленькие лопаются, большие мы будем кушать. Алиса решила, что это конфетки для собаки ей дали, но ей нет, ей в магазине дали. Просто дай-ка я покажу. Стой. Дай-ка мне. На минутку, дай, пожалуйста, я посмотрю поближе. А, это конфетки в форме собачьих лапок. Вот такие мармеладки. Ладно, пойдемте, давайте. Кушаем собачьи лапки. Собачьи лапки будем кушать. Хотели просто зайти попить. У нас оставалось 10 минут, но не вышло. Ну ладно. Маленько размяться. Ну что, давай посмотрим наше чудо. Она не спит, она просто боится, бедненькая, осторожно. Она будет сейчас вырываться и может тебя поцарапать, потому что она немножко... Подожди, она немножко побаивается, конечно. И поэтому ее нужно очень потихонечку брать. Ну посмотри на нас, красотуля. Вот она какая девочка. Она очень боится. Как ее будут звать, Алис? Как твою свинку? Пеппа. Пеппа. Это будет Пеппа. Пеппа? Наша свинка. Ку-ку, Пеппа. Ну, Пеппа совсем не хочет выходить. Ладно, мы вам ее покажем уже, когда она приедет домой, потому что здесь она немножко побаивается. Ку-ку, свинка. Мягкий лечит. Вот она чуть-чуть. Почему она... Зельда, не пугай нам Пеппу. Вот наша Пеппа наконец приехала домой, но она еще очень боится. Она еще не освоилась. Мы пока, чтобы она не убегала никуда, посадили ее в манеж, чтобы она посидела здесь и попривыкала немножко на свежем воздухе. И вот она бегает и все изучает. Она очень интересует наших всех других животных. Собака тут вокруг ходит, котенок. Все хотят познакомиться с Пеппой. Да, моя красавица, куда ты хочешь вылезти? Да? Она, мы сейчас ее выпустим на травку, только ее нужно в загончике на травку пустить. Осторожненько, осторожненько, не хватай. И погладю. Я ее погладю. Ну погладь потихоньку, не хватай, погладь. Видишь, она еще боится.
Вот такая красавица у нас Пеппа. Мы сегодня ее не будем слишком долго снимать, потому что она еще не привыкла, и она немножко в стрессе еще. Она только что приехала в новый дом, нужно ей немножко попривыкнуть. Вот, а потом мы вам ее покажем. Но я сейчас вам ее покажу поближе, чтобы вы могли ее рассмотреть. Она боится, но я аккуратненько попробую ее взять. Посмотрите, вот такая красивая девочка у нас. У нее есть очень красивая челочка. Сейчас мы ей завязали бантик, чтобы она ей не мешала. Но вообще-то она очень хорошенькая. Красавица девочки. Зельда, не надо. Сейчас мы выпустим Пеппу на травку. Хорошенько. Ну хорошо. Мы сейчас... Носик ее вот. Ой, она окакала. Ничего, мы сейчас уберем. Ну все, Алис, давай ее выпустим побегать на травке, а то она очень нервничает. Нет, подожди, нужно ей поставить загончик. Подожди. Иди сюда. Пока. Подписывайтесь на канал. Понятно, Алис. Всем пока. Пока-пока.